Здравствуйте! Вас приветствует четвертое измерение. Сегодня мы подготовили обзор на модель марки Джордж Кинни, авторского независимого бренда итальянского происхождения. За основу взят традиционный канонический корпус, выполненный из нержавеющей стали 316L с IP-покрытием. IP-покрытие Ion Plating – это ионное напыление золота с подложкой, промежуточным гипоаллергенным слоем. Считается более стойким в сравнении с иными современными вариантами напылений. IP-покрытие имеет прекрасные показатели стойкости к истиранию, химической стойкости к окислению и потускнению. Оно совершенно не вызывает аллергических реакций организма. Внутри часов надежный японский механизм. Бренд не использует китайские механизмы ввиду их низкого качества и малого срока службы. Данные часы комплектуются только качественными японскими калибрами, которые практически лишены брака. Индексы выполнены по специальной методике резки металла, в результате которой грани индексов переливаются и сверкают как драгоценный камень. А закреплены они на циферблат на специальных ножках. Таким образом, исключается возможность отклеивания. Острые стрелки с люминесцентным покрытием светятся в темноте. А защищает всю эту красоту выпуклое стекло с сапфировым антибликовым покрытием. Оно создает эффект увеличивающей линзы, не бликует на солнце и устойчиво к царапинам. Трендовый меш-браслет выполнен из аналогичных корпусу материалов. В комплекте к браслету сменный нейлоновый ремешок. Замена ремешка полностью преображает часы, и вы получаете два аксессуара по цене одного. Но на этом производитель не ограничивается. Также вы получите оригинальную упаковку и богатую комплектацию. Кроме ремня в стиле НАТО, туда входит инструмент для быстрой смены ремешка и набор запасных шпилек. Спасибо за внимание! Под видео вы сможете найти ссылку на данную модель на нашем сайте. Переходите, оформляйте заказ с бесплатной доставкой и услугой примерки. Также возможно оформить беспроцентную рассрочку на срок до 2 лет. Если на нашем канале вы не нашли обзор на интересующую вас модель, отправьте нам сообщение, и мы постараемся подготовить его в ближайшее время.